Всем привет! Всем привет! У нас сегодня суббота, сумасшедший день, потому что только 10 утра, а мы уже... Приехали в магазин в депо, что нужно в садик купить ту. У нас сегодня в садике мини-мини такой субботник. Там нужно чуть покопать, нужно будет чуть-чуть програбить, посадить туи. Да, и так мы что? Вот самые активные. Ну, у нас такое сумасшедшее утро, у нас Моника приболела тоже, она осталась дома, Милена пошла на танцы, и мы ничего не успеваем. Мы так бежим, если честно, мы просто на скорость. Волосы назад. Надо найти туечки маленькие. Ну? Полиночка, слезь, мы выберем елочку для садика. Ну, какой ты хочешь? Ой, они в паутинах, там пауки, наверное. Сколько они стоят? 5? 5-6. Так, ну что, нашли. Нашли тую? Нашли такую? 4,49 будет стоить. Давай, выбери самую красивую. Смотри, не хочешь такую? Посмотри вот на эту. Так, она попушнее. Ню. Смотри, как не или не очень. Такой же? Подожди, ты нормальную взял? Смотри. Вот, красивая. А офигенно. Вот, смотри, она пышнее намного. Она пышнее все будут. Пошли, все. Ну ладно. Смотри, какие классные, да? Кругленькие. Ага. И главное, стоит 33 евро. 35. Ленька, мы опоздали на 8 минут уже на наш субботник. На 8 минут. Так что давай скорее беги в машину. У нас сегодня еще очень много планов, очень много дел. Мы как всегда. Сонтик там. Да, еще сегодня нужно будет съездить на дачу. Я хочу там прокосить и собрать вкусный виноград из Крыма. Крымский виноград. Идем с тобой. Да, возьми. Мы сегодня в майках, потому что у нас, наверное, почти 20 градусов. С тобой, зонтик, да, очень тепло сегодня. Ну, очень. Так. Да, он любимое дело свое делает. Посадка. Ну скажите, ну нормальная вот эта вообще стена? Такая площадка. Это осталось сейчас. Всех изысков у нас остатки советской роскоши покрашенные. Попробуй. Такие вот опасные штуки. Попробуй. И нам говорят, ну, мы покрасили, что могли. Ну и все. Вот такая земля. Нам утверждают, что газон здесь сеют регулярно. Это вранье. Вот здесь, вот видите, газон. Там опасные бортики. Тут такие были опасные бордюры. Такие дети об них все время спотыкались. И было принято решение их выкопать. Из площадки это все. Здесь еще есть веранда вот такая, на которой тоже нечего делать. Поэтому... Ну попробуй. А воспитательница так разрешает? Нет? Ну нет, не разрешает, да. Мама, лучше. Да. Папа сделал очень много физической работы. Иди сюда. Ну, очень много, да, там выпилили. Ну, да, ну такой рано. И пилили пень. Там иди. Ты иди там и тут. Пошли здесь. А, мы что могли из женского и. Вот. А я пилил, пилу поломал, цепь слетела. Ну, что, сделал там, Жан? Да, сделаю. Да. Что мы приехали делать? У нас уже сегодня вечер субботы. Мы сегодня сделали много. Пап, пап спит наш? Что, будешь заправлять? Сейчас, Милен. Ты будешь, да? Да, всем привет. У нас потемнело. Сколько сейчас время? 8:30 примерно. И у нас уже настолько темно на улице. Милен, отойди. Полинка всегда на этой заправке. Подожди, сейчас. Выходит и папе помогает, да? Ну что, Полин? Все? Спать хочешь? Подожди, у меня что-то как... Подожди, доченька. Смотрите, кстати, вдруг кому интересно, сколько стоит у нас бензин, дизель. Евро.
Плохо видно немножко. Секунду. Только что заметила, бензин здесь финский. А здесь не написана цена. Ну ладно, просто тут плохо мне видно. 95-й стоит евро 18, 98-й евро 22, и дизель стоит евро 0,5 на сегодняшний день. Напишите, может, сколько в вашем городе и вашей стране стоит бензин, дизель? Правда интересно? Поля, держи. Па, правда интересно, сколько стоит везде дизель, бензин? Потому что у нас считается же дорого, мне кажется. У нас очень дорого. У нас считается дорого. Наших зарплат, что получают, получают жители Липая. Латвии. В Латвии, и что стоит бензин, это очень дорого. Такая цена идет примерно по Европе, да, цена на бензин? Есть такая цена же, вот, например, там в Дании, в той же, там. В Дании, может быть... Соляра бензин будет стоить евро 20, евро 40. Но зарплата? Там, да. У нас минималка 380 на бумаге. В конце концов ты получаешь 280-290 евро. И представляете, и бензин стоит евро 0,5, 1 литр. Все. Все, можем ехать? Сейчас она закроет. Можно, да. Я сама скажи, да? Молодец. Ну, поедем. Поехали. Ну что, мы домой. Всем привет. Как у вас дела? Папа! Да, доченька. Папа, камера грязная. Как у вас дела? Мы приехали на дачу. Да, вот у Польки купили конфетку. Что такое? Муравьи. Какие муравьи? Настенька ходит со своей волшебной палочкой, убирает всю паутину. Так что я вчера ездил, приезжал сюда. Господи, все хорошо, все, улетела оса. Вот, я вчера приезжал, все покосил быстренько за часика два. Так что вот так вот. Кстати, ты не сказал, что сегодня уже воскресенье. Вчера был один день, сегодня другой день. Смотрите, мы в майках, погода вообще. Погода у нас плюс 22. У нас, кстати, новости такие. Что-то у меня все упало. Моника заболела. Милена заболела. Милена с нами, правда, приехала, а Моника пошла. С температурой на маникюр. Что ты делаешь? Что открывал? Моника пошла на маникюр. А Милинку взяли и посадили здесь в доме с температурой. Вот. Я с этой палкой хожу для пыли, которая от пыли. Потому что не могу, я боюсь пауков. Страшно. Это самая большая фобия у меня. Я, наверное, стою против солнца. Это самая большая у меня фобия, я очень боюсь. И так как сентябрь и август, это... Иди расскажи, как я боюсь пауков. Это же до истерики может быть. Я могу испортить настроение день всех. Она боится пауков так, что если она здесь увидит паука, она может пойти пешком домой. Да, все эти пойду. 40 километров нет. Она может идти, лишь бы пауков не было. Нет, но я очень боюсь. Она очень боится, честно. Я очень боюсь, вообще... у меня панически просто... Я раньше хотел, знаете, как там прикольнуться. Ой, смотри, что у тебя здесь? Я знаю, что лучше. Нет, со мной делать. Так лучше не пошли шутить, потому за виноград. Что будет враг номер один. Ева, ты такое удовольствие на даче получаешь, да? Ну вот наш. Смотрите, виноград, который мы вам показывали, он был зеленый. Слушай, а кабачки еще растут? Вот, смотрите. Он уже поспел. Смотрите, какой он. И это не дикий виноград, который обычно растет у всех на улице. Это мой дедушка из Крыма привез сюда виноград. Много-много-много лет назад. В теплице. И этот виноград растет только в теплице. Да, он любит тепло. Но честно, в Крыму этот виноград, он должен быть как-то более больше. Ну, у нас такой климат, да. Что он, конечно, не растет. Но вот он, видите, такой крупный, он темный, но он очень сладкий. И самое главное, ни капли химии. Да. И много. Смотрите, сколько его везде. Много. Я, кстати, давно тут не была. Тут делать уже нечего. Не знаю. Погода была плохая. Видите? Помните газон? Там сеяли. Тут. Все сравнялось. И теперь у нас одна целая поляна. Да, Ева? Ева, ты виноград хочешь? Иди сюда. На, иди ко мне.
Ну как, витаминки? Вкусно? Молодец, девочка, молодец. Еще хочешь? Будешь? Вот и пообедала. Так, короче, вот так. Собрал я виноградик, повезем домой и будем дома его кушать. Мы сейчас с папочкой в походных условиях сегодня взяли пиццу, кофе сделали и взяли себе перекусить салатики. Сними, как я стол протираю. Пожалуйста. Спасибо. Надо купить новую сюда на стол, клееночку. В следующем году будет. Да, уже в следующем. Пока наши девчонки в комнате спрятались, смотрят мультики, мы хотим игрушки на зиму уже убрать. Слушай, я тебя все-таки домой отвезу. Помою ее. Полина там играла с ней дома. Я думала, она может на даче будет что-то там играть с ней. Нет, не играет. И тогда мы моем игрушки и песочницу уже закрываем и на зиму. На зиму. Да. Ну, собрал. Хорошо, Полина не видит, да? Вот они немного обсохнут, мы их спрячем и уберем. Представляете, лаванда до сих пор красивая. Ну, правда, уже все равно цветочки стоят. Смотрите, кого я вижу. О, фу. Кажется, дождик начинается. Ну, в город давай так. Я завтра на работу возьму. А что? Короче, я не могу оторваться от этого винограда. Ну, очень вкусный. Прям очень. Ну, что вы тут делаете? А мы снимаем фонарики. Ага. И мы, как сказать? Ну, я как-нибудь скажи. Беру вот такое вот. Разрезаю на такие полосочки. И вставляю вот в эту вот щель. Это чтобы батарейка не функционировала больше. А-а-а. Потому что батарейка заряжается на солнечных. И я когда ее так закрываю, тогда она не функционирует и она не разряжается. Ты думаешь, она в сарае бы все равно там заряжалась? Я уже много раз так делаю. Очень много раз делаю так. Вот, я уберу. И тогда поэтому они на много лет нам хватают. Да. А ты тоже помогаешь? А, вот эти все ты будешь брать? Да, можешь тоже Настя взять все. Я не хочу. Принесите ко мне. Не хочу. Ну, тебе помощница вон какая есть, Полина. Что? А этот весь в воде, да? А этот, только этот я сам сделаю. Да. Возьми другие, Полиночка. Вон между елочками много стоит. Мне нравятся эти елочки канадские. Опал. Эти три. Это она. Ева. Фонарик упал? Ева! Ева! Ой, человек! Кто там? Там никого нет, это травка. Давай, ты за палочку бери, за ножку. Возьми за ножку и неси папе. Вот так. Что ты сейчас еще будешь делать? Я? Да. Пока ты была в комнате, я уже сполоснул машину. Да ладно, машину уже, по-моему? Битная машина. А я там шкаф разбирала. Молодец. В комнате. Там тоже битком все. Так что поедем домой на чистой машине. Нашла вещи, которые Полинке малы уже. Подумала, что оставлять. В следующем году все будет мало. Целый пакет собрала. Молодец. Давай. На, Полька, Полина, вот. Держи. Классно. А я на качелях, а ты на своих. Классная лестница, да, Полин? А ты знала, что это моя лестница с детства? Высоко. Высоко не лазить нельзя. Решила позагорать тут. Мама! На своих. Мама,
Такая и погода поем. Классная. Супер. Да, Полин, супер погода? А? Интересно, с какими ногтями Монечка домой вернется? А получилось так, что, конечно, она маникюр не делает, там, как все, раз в месяц. Она нужна была модель, ученица делала в одном из салонов. Мама, я пою! Ногу, как ты села! Да, я пою! Молодец, летаешь! И она записалась и пошла. Будет прям наращивание, гель. Смотрим. Интересно. Главное, что она пошла, блин, с температурой. У нее 38,5 было. Мама, я пою. Я говорю, может, не пойдешь? Она говорит, нет, я пойду. Мама, вот пою, я пою. Ну, давай. А вот я больше не могу. А я, видите, каких-то... Хоть и жара на улице, но мне так не хочется снимать эти тепленькие мои уги. Так хорошо. Вообще, это классно. Что вы решили делать? А мы сейчас куст пересадим. Чего вы решили делать? А уже можно его пересаживать? А почему нет? Ну он такой, слушай, а что с ним? Он вообще как-то заболел или он что? Такой, да, он такой. А ты думаешь, приживется на новом месте, может, лучше будет даже, нет? Я думаю, что ему нужно поменять. А, решили пересадить. У нас, короче, есть красная, черная смородина. А это такая, третий вид у нас, это бордовая. Очень вкусная, очень такая она ранняя. И мы хотим пересадить ее, чтобы она не была здесь посередине, а была здесь, вот свободное место за черной смородиной. Вот. Что папа тебе сорвал? Вот. О, единственное яблоко! Да. Это единственное яблоко. Еще одно? Да, еще одно вырастил. Еще растет. Оно растет по часам. Всего два яблока. И то они какие-то странные. Не, все, больше нету. Вот ты не поверишь, всего два яблока. Два яблока на одном дереве, а на других в этом году вообще нет. Хотя у нас там красные, розовые, здесь очень вкусные, вот на этом очень вкусные. Там белый налив заболел. Взял и заболел. Девчонки гимнастикой занимаются, у них йога или что? Ну что, едем домой? Нет. Смотри, виноградик отвезем домой. Твоего кролика. Скажи всем пока-пока. Как ты классно говоришь. Вся силка. Помахай ручкой всем пока-пока. Ну что, Милен, всем пока! Подписывайтесь на наш канал. Да? Все. Пока!